Сегодня специалисты ЛТД «Турмыс» работают по улице Гагарина. В обязанности коммунальщиков входит очистка каналов Янгиче, Карасу и Шимкенского и русла Кочкараты. Но выполнить запланированные работы удается не всегда. Люди застроили, и подступиться с техникой бывает порой невозможно. А потом, когда подтапливают постройки, начинают бегать по инстанциям и жаловаться. Сейчас проходят плановые работы. Некоторые жители не пускают во двор, потому что захватили часть берегов каналов и реки. Работники ЛТД «Турмыс» очищают арыки и лотки на территории Абайского района. Без этого весной район просто утонет в дождевой воде. По Тимирланскому шоссе ирригационные лотки закрыты железными решетками. И очистить арыки от мусора практически невозможно. Между решетками расстояние большое и много мусора остается. Чтобы поднять эти решетки, нужно специальное снаряжение. А тут еще автомашины стоят. Не подступиться. Очисткой улиц от мусора занимаются и другие коммунальные службы города. Но кто бы ни был занят, пожелание горожанам одно – не заваливать арыки бытовым мусором и принять участие в очистке, и тогда весенние паводки будут городу не страшны.